ошибки, уже долго и не думал. Ну, так получилось, получилось, я все делал правильно. Просто в футболе такое случается. Левандовский, Коман, и 1-0 в пользу мюнхенской Баварии на 66-й минуте. Эту атаку Вольфсбург повтор. Подкат вроде бы неплохой, но подбор, удар Левандовского, рикошет. И да, Мюллер изо всех сил держит Марсель Шефер. А Комана не держит никто. И Кун Кастелс не справляется с ударом с француза. Но, впрочем, к Кастелсу здесь никаких претензий. Удар с близкого расстояния. Кастелс мяча коснулся, но спасти свою команду не сумел. Даже не понимает, к кому обращаться бельгийский голкипер Вольфсбурга. Почему так свободен был Кингсли Коман?